Мы летим над Приполярьем, там, где земля Западной Сибири смыкается с Карским морем. Здесь, на севере Тюмени, короткое лето и долгая холодная зима. Тундра, укрытая снегами, и тысячи закованных льдами озер. На этой огромной территории всего несколько селений рыбаков и оленеводов. Сегодня, после открытия уникального по своим масштабам уренгойского газового месторождения, которое называют открытием века, сюда вместе с людьми пришли и буровые вышки. А вот и начало знаменитого газопровода. Теперь это место уже историческое. Не исключено, что здесь будет стоять монумент в честь создателей трансконтинентальной магистрали Уренгой-Помары-Ужгород. Это наша трудовая победа. В освоение этого края включилась и экспедиция газодобытчиков Украины. Наш фильм об освоении северных кладовых производственным методом, который называется вахтовым. Тысячи километров разделяют Уренгой и украинское газовое месторождение. На этой земле, под Красноградом, издавна работают мастера глубинной проходки. Наше объединение «Укрбургаз» располагает на Украине хорошими специалистами по бурению глубоких скважин, поэтому мы решили по заданию министерства выполнять работу бурить скважины на Уренгойском месторождении вахтовым методом. Самолетами летают наши буровики из Харькова в Уренгой. Этот метод мы считаем прогрессивный. Значит, имеет свою большую перспективу. В настоящее время там уже работает у нас 8 буровых бригад. Лучшие буровые бригады, которые работают в Уренгое, это бригада мастера Бекбулатова. Работают они там по 2 недели, потом 2 недели приезжают сюда, в Харьковскую область, на отдых. Конечно, там очень холодно, большие морозы, даже металл не выдерживает. Но ребята не жалуются. Буровой мастер Ильдар Абдулаевич Бекбулатов. Ну, собственно, предложили пробурить первую скважину. Да, для экспедиции была первая. И потом новое месторождение. Ничего не известно же. Собственно, первая скважина, как обычно, хоть она и эксплуатационная скважина, но для нашей экспедиции она была как бы разведочной, чтобы познать, узнать, что, как она здесь бурится. Какой характер самого месторождения? Пожалуй, сегодня это самый популярный северный город, столица газодобытчиков Новый Уренгой. Он совсем молодой и пока еще малонаселенный. Здесь разместилась и база украинской экспедиции с ее могучей техникой. Ну, собственно, освоение севера нашей экспедиции — это только первые ласточки, первое начало. Но север-то сам очень громадный, и по всей вероятности встанет вопрос освоение севера очень широко, его север очень богат. Мастеру доводилось бурить и в Средней Азии, и в Причерноморских степях, и в джунглях Индостана. Теперь предстоит освоить суровый и загадочный север. Thank you.
надо взять из глубин более 3000 метров, из самых богатых горизонтов. И делают это бурильщики очень высокой квалификации. На компрессор, компрессор, кольца на компрессор. Надо же его ремонтировать, делать. Выйдет второй из строя, значит, все остались без ничего. Прием. Да, подожди, не мешай, не мешай. Слушай, а долота, долота, когда будут долота? Хорошо, понял, понял. Буровая, как живой организм, противостоит морозам, метелям и ветрам. Жизнь в эти стальные иглы могут вдохнуть только сильные люди. Ни на минуту не может остановиться проходка, замолчать двигатель. Одну минуту, крепчись, подожди. Связь была, но не знаю, что они там делают. А Бикбулатов должен приехать следующим самолетом. Да, вечер сильный. Мороз до 30 градусов сообщили. А на Украине весна. Цветением наряжаются бульвары и сады Краснограда. Хорошо у себя дома, под щедрым апрельским солнцем. Впереди 2 недели отдыха в семье, уюте, приятных заботах о доме, саде, огороде. Все здесь родное и близкое, все создано своими руками. Весна пришла и на школьный участок. Ребята со своим классным руководителем Халидой Тагировной Бикбулатовой. В семьях, как сговорились, почему-то все считают, что 2 недели дома короче 2 недель на севере. А у Ильдара Абдулаевича эти дни еще короче. Ему нужно побывать в управлении. Он отправился туда с сыном. Разговор о предстоящей вахте, о новой буровой, с директором объединения Степаном Яковлевичем Носко. Отсюда осуществляется связь с экспедицией и со всеми бригадами, разбросанными по месторождениям. От Краснограда до аэропорта Харьков Икарус доставляет вахтовиков за 1 час. Возможно, не раз за долгую дорогу идут разговоры о том, что, может быть, совсем с семьей перебраться на север и начать все сначала. Уважаемые пассажиры, расчетное время прибытия в аэропорт города Нового Уренгоя 16:05. Время московское. Температура воздуха в городе -32°. Аэропорт Нового Уренгоя. Это причал всех экспедиций, воздушные ворота Заполярья.
Ни один экономический район страны не знает таких стремительных темпов развития, как Тюменский север. Сюда, на север, конечно, очень сложно все завозить. Материалы, трубы, оборудование, инструмент. Но вот, к сожалению, у нас был такой случай, что неважные, некачественные трубы завезли. Обрыв труб. Имели мы аварию, что у нас... Такой случай у нас очень выбил из колеи. Я бы, например, хотел, чтобы металлурги, трубопрокатчики, кто изготовляет нам инструмент, оборудование, чтобы они тоже обратили внимание на ту продукцию, которую они выпускают. Любой сбой – не только потеря времени. Это потеря заданного ритма работы, это остановка. Это, наконец, нарушение сроков подачи газа стране, нашему дому. Вахтовый метод ускоряет освоение богатств севера и сегодня считается экономичным. Все это так. А что думают об этом сами буровики, их семьи? Ну, вахтовый метод, по моему мнению, это очень хороший метод. 12 часов есть время отдохнуть. И на работе не так устаешь, если по 12 часов работать. Ну, этот вахтовый метод оправдает себя. Вахтовый метод лучше, конечно. Если нам работать на постоянке, мы здесь без семьи, без ничего, жилья нету здесь такого, чтобы мы жили сами. Ну, я отношусь к этому положительно. Я бы тоже с удовольствием туда поехала. У меня хорошая профессия. Я работаю поваром. Я бы с удовольствием тоже там работала вместе с ним. На Украине-то теплее намного, чем здесь. Здесь бывает и 40, и 50 градусов мороза. Но мы никак, и все равно мы не сдаемся. Будем, выполняем план. Досрочно, две кончили буровые. Ну, пока бывает дома весело и хорошо, а улетает, конечно, уже не то. Как-то скучно. Первые годы я не могла к этому привыкнуть, и очень, вроде и ревность какая-то появлялась, и все, не могла дождаться. А теперь все нормально, нормальные отношения, скучаем друг за другом, за семьей, дети скучают за отцом. Когда я работал по 8-часовому рабочему дню, там у меня получалось, что я и дома не был фактически. А здесь таки 2 недели дома. Ну, конечно, мне тяжело без него эти 15 дней, потому что... Нас трое детей, и меньше ему всего лишь 10 месяцев, и трудно, конечно. Так что не очень-то мне нравится это. А мастеру приходится и 1,5, и 2 месяца, а это все-таки не совсем, мне кажется, удобно. И для семьи, и для него. Понастроить города в Приполярье, в Заполярье будет экономически, по-моему, и невыгодно. Его вот так освоить и построить какие-то пункты переработки, транспортировки газа, то намного легче. И экономически, и, собственно, и по времени. Возьмите Ямальский полуостров, то и, собственно, вот эта северная кромка, Заполярье, Приполярье. На сегодняшний день нефть, газ, газоконденсат – это очень ценное сырье. И практически ни одно производство, никакая промышленность не может обойтись без нефтепродуктов. Есть и другая позиция. Тенденция к многостороннему развитию территории, к прочному дальнейшему обживанию, к рациональному размещению поселений. Вахтовый метод не дает базы для перспективного освоения, но он необходим для ускоренного освоения новых районов. Ученые полагают, что нужны новые обоснования экономики Севера, его производительных сил в огромном механизме всей нашей страны. Север приковывал и приковывает внимание и ученых, и социологов, и производственников.